Сейчас нахожусь на горе Кошка. Мы сейчас будем делать шашлыки. У нас такая традиция каждый год сюда приезжать и один раз, два раза, как получится, делать шашлыки. Такой вот шикарный вид. Нравится мне тут. Очень красиво. Смотрите, какая тут. Видите, прямо в скале елка выросла. И вот такой шикарный вид. Тут обычно скалолазы лазят. Соревнования разные у них. А тут мы будем сейчас делать шашлыки. Что я вам рекомендую? Машину можно оставить прямо там наверху. Несколько лет назад там была платная стоянка, сейчас уже бесплатная стоянка. А так вообще все супер. После себя мы всегда убираем, оставляем чистоту, чтобы можно было еще раз, ну, или еще раз, и много раз еще сюда приезжать и делать шашлыки. Вот такой шикарный вид. Армия спускается. Очень чистый воздух тут. Мы делали шашлыки тут и днем, и ночью. По-разному бывало. Вот так. Приезжайте и вы. До встречи в Крыму.